Эх, была не была, друзья. Короче, не особо, конечно, у меня много свободных средств. Новый год, праздники, сами понимаете. Но вот вы видели, наверное, видео брата. Вот там очень много было всяких ресурсов набрано, ништяков и так далее. И что-то я, короче, не выдержал. Я посчитал, и если я сегодня задоначу энную сумму, а то есть куплю большой пак, у меня есть шанс получить недостающего барда и недостающую мэри. И еще кучу ресурсов. Посмотрим, ребята, что из этого получится. Пожелайте мне удачи. Поставьте, пожалуйста, большой лайк, потому что, как бы, ну, мне реально эти деньги, которые сейчас потрачу, они, ну, блин, мне может не хватить потом, понимаете? Короче, такое себе, знаете. Короче, давайте вписываемся в эту историю. Посмотрим, что получится. Сегодня будем выбивать на моем аккаунте барда, мэри и лесу. Извините, что кричать громко не буду, потому что ночь, уже все спят. И, короче, погнали. Лайк поставили, подписались, полетели, ребятушки, развлекаться. Прям вот сейчас мне нужна ваша удача, так что пишите в комментариях, князь, удачи тебе, и пишите, что вы думаете, получится выбить у меня что-то сегодня, не получится, потому что вы сами знаете, что, как бы, удача моя очень часто распространяется на чужие аккаунты, а на мой аккаунт, ну, не особо она хочет распространяться. Так что вот такие вот дела. Заходим сюда. Что мы здесь видим? У нас еще акция 1 плюс 1 действует. И вот есть такой вот пак. Вот это вот говно мне, по сути, нафиг не надо. Было бы логичнее, наверное, все-таки подождать и вот купить и в тот момент. Ну, короче, когда все хорошо, когда все будет замечательно. Ну, потому что вот эти три штуки... Не, ну ладно, это полезно. Но, как бы, мне нужны другие ресурсы. Но мы покупаем магическую пыльцу, 800 штук, 1 плюс 1 акция, и будет 1600. Плюс там пакет накопления, 1750 получится. Это уже серьезная сумма. Это серьезная сумма. Лису выбить, скорее всего, не получится, но барда и мэри, по идее, должны. Так что усаживаемся поудобнее, и сегодня будет много акций, ништяков. Так, что у нас тут получается? Ой, жестко, друзья. Все. Понеслась. Сидел тут, подсчитывал, ломал голову. Да, нет, короче. 30 тысяч самоцветов пришло. Боже, сейчас смотрю, что у меня там. Опа, списали бабулесы, сволочи. Ладно, так, смотри. Сет Рождества. Ну, радует, что с акции 1 плюс 1, да, сразу все вдвойне пришло. А то я не удивился бы, если бы в моем случае взял бы это все сразу и начало тормозить, заглючило бы, а потом бы еще разбирался бы с техподдержкой. Забираем пакеты накопления, тоже сразу, немедленно. Так, надеюсь, что сегодня у меня, понимаете, посмотрите прошлое видео, там, где я брату Зефирика выбивал, и там ситуация заключалась в том, что, как бы, 17 тысяч камней прорыва нафармили, а я надеюсь, что у меня будет не меньше, реально надеюсь. Окей, тоже ништяки забираем. Что у нас с местами на складе? Так, слушай, места на складе, по идее, надо, наверное, открыть, хотя я, в принципе, как бы, их почистить могу. Тут 340 самоцветов. Это мы тоже освобождаем место. Ваши подарки. Ну, тут всякая ерунда. Это мы будем потом открывать. Ой, страшно. Очень страшно, друзья. Так, и у меня было 2000 камней прорыва, да, запоминаем. Посмотрим, сколько я сегодня всего нафармлю. А, так, 2000 камней. Где вы? Вот, 2000 камней, да? Запоминаем. Так, мы забрали пакет накопления, все забрали. А теперь мы переходим не в Парящий остров, а мы переходим, во-первых, в Хватайку. Там у нас тоже большие надежды, что у нас 12 попыток, у меня большие надежды, что я смогу получить жетоны. Давай, забираем жетоны. Так... Блин, ну они, конечно же, падать не будут сейчас. Это же я, сумка питомцев. Куда же я без этой сумки, а? Ну куда же я без этой сумки, друзья?
Как же без этой сумки питомцев? Поздравляем, вы получили сущность студенистого рыцаря. Замечательно. Всегда мечтал. Прям мне там не хватает. О, давай, сколько? 5 жетонов. 5 жетонов. 5 жетонов, твою ж дивизию. Ну, ёп. Если мне выпадет жетонов меньше, чем брату, то это прям вообще... Значки почета, отлично. Прям... О, 25 жетонов. Уже что-то. Уже хотя бы мы приближаемся к тому значению, которое было у брата. Давай, еще 35 у нас жетонов. Окей. Давай у нас еще 6. Просто мне акция хватайка нравится, понимаете? Акция хватайки нравится. Нравится, нравится. Давай, пакет опыта. Ну, камон. Жетоны давай. Жетоны, дружище. Жетон. Да. Ну, правда, 5 жетонов только. Слушай, ну мы... Хорошие новости. Если мы не дособерем мэри, то как бы мы сможем получить 100 осколков. Но мэри, мне кажется, легче собрать. И я ее точно заберу за пыль. Вот мне скорее барда будет не хватать, понимаете? Вот в чем проблема. Так, ну давай побольше мне жетонов. Давай еще жетонов. А, давай еще жетонов. Короче, я сразу не буду все обменивать. Пожалуйста, дай жетонов. Ну хотя бы 50, чтобы было. Нет, не дает, сволочь. Просто это издевательство. У брательника меньше было попыток, и ему больше их выпало. Ну, хотя здесь как бы такое, но... Ладно, 40 жетонов. Если что, сможем докупить пыль 150. Или сможем купить мэри. И 1000 печенек, это тоже неплохо. Но в целом я могу купить очень много сундуков, за которые я получу очень много камней прорыва. Надеюсь, что... Ну, короче, если... А, не знаю. Потом будем решать. Базар, волшебная кузница, давай. А, волшебная кузница, это... Тут неинтересно. Рулетка удачи. Давай посмотрим, что там. А, в принципе, отсюда я ничего... А, ну, если только вот барда выбить и хладного... Хладного, короче, выбить. Ну, на хладного пофиг. Он так и так будет у меня на аккаунте. А барда хотелось бы выбить, вот прям рядом ударили, но чтобы барда выбить, там типа уровень удачи должен быть ошеломительный просто. И потому как бы мы можем понимать, что я его нифига не выбью. Можно и не надеяться. Давай. Седну выбили. А, и все, и попытки закончились. Вот такая классная акция. Не хватает очков, даже это говно забрать. Я пак задонатил, а меня все равно HG унижает. Магазин... А, слушай, магазинное безумие. Магазинное безумие, распродано. В наличии 92. Слушай, я тут что-то могу покупать, конечно. У вас осталось 10 шансов магазинного безумия, и осталось 2 часа. А, в принципе, тут покупать нечего. Все распродано. Ладно, с этим я потом разберусь, на это пофиг. Императорская кузница, ребятушки полетели. Так, шансы успеха. Сколько тут их? 2 праздничных пакета. Тут шанс на барда у нас 8,7%. Угу. Ну, тут больше, в принципе, ничего интересного нету. Давай на эту акцию я зайду чуть позже. Хотя давай, вот 8%. Вот, чтоб вы видели. 8% на барда шансов, да? 8% шансов. Ну, когда-нибудь оно должно сработать. Хотя ладно, давайте ее тоже оставим. Но потом вдруг барда не будет. Вдруг барда не сможем выбить. И... кстати, я... А, вот это можно забрать. Надо брату написать, что я не все забрал. Надо брательнику написать, что я не все забрал. Ладно, дальше возьми. Так, это не то. Вот, сбежавшие олени. Вот это интересно, сбежавшие олени. Сбежавшие олени. Вы получили 5 шансов. В общем, у вас осталось 5 шансов. Ну, давай. Посмотрим на мою удачу. Так, ну тут все стандартно. Тут типа как бы
О. Слушай, я не знаю. Короче, тут, понимаете, у тебя первая попытка несгораемая, третья попытка несгораемая, и пятая, и седьмая. Но я тут рисковать не буду, я заберу вот так вот. Потому что здесь 6000 и 800 книг, типа, как бы это надо забрать. Будет обидно, если это профукаю. Давай дальше. Давай, давай, давай. Окей. Подтвердить. Так, это мы забираем. А, ну тут вообще какая-то фигня. Ну тут тоже фигня, короче, можно... Ну, не фигня, как бы, но с этими у меня проблем нету. Давайте рискнем. Главное, чтобы смертушка не выпала. Окей. Сейчас у нас несгораемая попытка. Мы выбиваем скитальца. У нас скиталец есть. Ну, слушай, давай рискнем. Пожалуйста, не смертушка. Слушай, не смертушка. И сейчас у нас несгораемая попытка. Слушай, ну все, забираем. 20 смен созвездий. Слушай, ну неплохо. Отлично. Я считаю, это хорошо. Так, давай дальше. Единственное, надо проверить склад. Получаем. Что у нас тут на складе? Слушай, ну куча-куча ресурсов. Вот это классная тема. Фух, блин, я так нервничаю, ребята. Я так нервничаю. Так, рулетка удачи, магазинное безумие, подарки тут. Ребят, пожалуйста, поделитесь этим видео. Сбежавший олень. Слушай, сбежавший олень — такая интересная акция. Ну-ка. Ну, это несгораемая, и тут как бы третья, это мне вообще плевать. На это мне тоже плевать. Короче, походу пойдем рисковать. На это тоже плевать. Идем рисковать. Ну, окей. Пятая несгораемая. Огнекрыл. Плевать. Слушай. Ну, короче, до седьмого уровня можно спокойно ролить. 20 мешка подарков. Созвездие. О, слушай, ну это хорошо. Окей, окей. Забираем. Так, давай дальше. Ну, что у нас тут? Второго уровня сундуки. Ну, камон. На них плевать. Ну, как бы, слушай, с красными камнями у меня проблем не будет. На супер питомцев у меня все равно печенек не хватит. Давай сейчас у нас несгораемая. Скиталец. Ну, и рискуем. 20 монеток событий, это у нас уже 6, это у нас 7. Так. Ну давай рискуем дальше. Смертушка выпадет. Это что, выпало? Блин, я даже не знаю, забирать, не забирать. Но сейчас-то, понимаете, вот сейчас типа 10-е там несгораемое. Ну ладно, давай попробуем еще. Опа! Вы получили праздничный пакет. Окей, ну дальше 10-я попытка — это зефирик, и нам зефирик не нужен. Слушай, ну как бы такая крутая, конечно, акция. Так, давай еще. Ну так призы получше попадайтесь. Ну вот что это, второго уровня сундуки. Дай мне камней, камней мне дай. Для прорыва. А он не дает. Идем дальше. Печеньки, это уже ценная штука. Тут уже рисковать не хочется. Космо дал. Слушай, давай печеньки заберем. Это у нас пятая, да, рисковать не хочется. Окей. Так, сколько у нас еще шансов? У вас осталось 0 шансов. А, все, требования не выполнены. Слушайте, ну я думал, что смертушка чаще будет попадать. И попадаться, и у нас все будет сгорать. Так, окей. А дальше. Дальше, что у нас по акциям осталось? А сбежавшие олени, найм героев, временная акция, награды. Все. Ну что, переходим теперь к самому интересному. Вот, к почти финалу. Заходим сюда. Да.
и, короче, у нас 1750. Так, смотрите-ка, да, чтобы вы понимали вообще, о чем речь. Полярного лиса, лисы у меня нету. Ну, хладный призрак, плевать. Бард 18 осколков. Кровавая Мэри 16 осколков. То есть мы их должны выбить. То есть потому заходим сюда. У нас 350 попыток. И давайте, чтобы вы вообще видели, что происходит. А, ну я себя вот так вот передвину. Да. Полетели. Видите, и как бы, ну вот просто, чтобы вы понимали, да, то есть в какое дерьмо превратили по факту. По факту превратили. О, 10 барда, это хорошо. По факту превратили парящий остров, потому что, ну, ты теперь этих камней для прокачки прорыва можешь просто по 100 только выбивать. Раньше можно было 1000 поймать. Слушай, бард вроде хорошо падает. Кровавая Мэри не очень, но если что, мы... А, все, у нас тут по максимуму. Так, забираем. 1000. Слушай, 17 тысяч, походу. А хотя я не знаю, может и нафармлю. Может и нафармлю для прокачки прорыва чего-нибудь. Что у нас по осколкам получается? Кровавая Мэри 29. Бард 46. Слушай, бард у нас идет более удачно. Давай перейти. Ну, короче, даже, ну, по идее, даже не факт, что получится забрать кровавую Мэри и барда. Так, 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 так. Сыпем, 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 сыпем. Па-ба-бап, па-бап, па-бап. Так, сундучки. И причем даже, типа, они даже в парящий остров дают по одному сундуку, а не по 5, как раньше. И причем 5, а не 6, прикиньте. Полярный лист, только 20 осколков. Только 20 осколков, прикиньте. А, бард 63 осколка. Слушайте, что-то походу я лоханулся. Кровавая Мэри 36. Что-то я... Походу я серьезно лоханулся. Может, брательнику просто повезло. Я там посчитал статистику. Там ему на 600 с чем-то, да? 630 ролили. Слушай, я... Блин, что-то походу пока что мы... Пока что мы проваливаемся, ребят. Пока что мы нифигово так проваливаемся. Если я ни одного, ни другого не получу, то это будет, конечно, просто фейл года. 81. Ну, тут, понятно, 30. 81. Кровавая Мэри 41. Ясно. Идем дальше. Кровавая Мэри 41. Серьезно? 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 Давай, бард по 5 падает. Кровавая Мэри вообще там не падает. Лис. По 2 осколка. Ёб твою дивизию. Даже сейчас смотреть не буду, потому что там ничего не прибавилось. Идем дальше. События. 910. Ну, то есть, как бы, нет, я их, походу, не заберу. Барт. Ну, шанс. Ну, сейчас главное Мэри 100 осколков набрать, короче. А барда надо 200. Ну и что у нас получается? 59 только 6. Здесь 138. Ну, бард идет. Бард идет. Перейти. То есть и... Ну да, бард, видишь, может падать по 10. Хотя это более новый герой, чем Мэри. Почему такой маленький шанс на Мэри, непонятно. Ладно. Давай, полетели. Слушай, ну это жесть. Это попахивает огромнейшим фейлом. Я думал, что барда будет труднее выбить, чем Мэри. А тут я уже начинаю молиться просто, чтобы мне хватило. Чтобы мне хватило, ну, чтобы я хотя бы 100 осколков Мэри собрал, понимаете? Чтобы я мог 100 осколков забрать с акции. Барда 165. Слушай, ну даст бог, барда заберем. Еще 28 осколков Мэри надо. 28 осколков Мэри. 28 осколков Мэри. Так, барда 2. Пожалуйста, Мэри, падай. Лиса падает. Я уже даже, ну, на лису уже как бы, ну, понятно, да, что лису я не выбью. Мэри 5. 2 Мэри. Это жопа. Это жопа.
Это жопа. Это прям вообще... Короче, да, я лоханулся. Да, я выбил, это 28 надо было. Я 7 осколков Мэри выбил. Вы серьезно? Вы серьезно, твари? Твари. Барда 174. Слушай, я походу и барда не заберу. Все, короче. Финишная прямая. О, барда, может, заберу. Мэри не заберу, а барда заберу. Я уже вижу, что я барда забыл. Да. Да, и попытки закончились. Ну-ка. Так. Да! Барда забираем. Полярный лис у нас 93 осколка. И 10 осколков кровавой Мэри не хватает. Вы просто в это поверить можете? 10 осколков кровавой Мэри не хватает. Твою дивизию. Твой рот шатал, IGG. Вот просто я твой рот шатал, IGG. Но я не буду это покупать. Ну, типа, камон. Мне ни кулаки, ничего этого не надо. IGG, я твой рот шатал. Ну, типа, хотя куплю это 280 осколков. Ну, это не факт, что я, может, и не получу. Господи, что за бред-то, а? Ну, что за бред? Твою дивизию. Твою дивизию. Твою просто дивизию. Твою дивизию. Это просто пипец. Это просто попец. Так, мы забрали барда. С бардом вы меня можете поздравить, но то, что мы Мэри не забрали. Твою дивизию, хватайку. Так, заходим в хватайку. А я-то думал, что вообще типа 200 осколков. А значит, я, знаете что? У брата, наверное, уже были какие-то осколки Мэри. Вот, и... Я мог эти сундуки забрать, понимаешь? А буду забирать эту суку тупую. Здесь можно 150. Ну, нет. Ну, как бы надо забирать 100 осколков. Просто... Это такой фейл. Это, блядь, такой фейл. Стой, я же забрал. Или что, я там скин забрал или чё? Что я там забрал? Или я сейчас что-то не то забрал, я лоханулся. Ну нет, это ж кровавая Мэри. Короче, я не знаю, я походу лоханулся. Подожди, ну это ж кровавая Мэри. Ну да, это кровавая Мэри. Ну осколки кровавой Мэри. Чё у меня здесь 90? Где мои 100 осколков? Блять, мне что-то это все, ребята, дико начинает злить меня. Это дико начинает напрягать. Прям вообще, может, такую, знаешь, какую-то музыку ставить. Такую тун-тун-тун. Где это все? Я забрал. Чё за фигня? IGG. Я же забрал. Я обменял. Вот, все. У меня нет уже тонов, блядь. А вот, фух. Я уже нахуй, я думал, уже все, сейчас поеду в Китай. Блядь, автостопом. Ну вот, всех бить, короче. Ну да. Это просто. И это при том, что у меня их там было 16 или 18 осколков кровавой Мэри, да? А, ну и барда мы забрали, потому мы как бы... Вот это волшебная кузница. Волшебная кузница, перейти. Бубен... Так, нет, не сюда. Императорская кузница. Здесь у нас 100% шанс. Вот барда 8. Ну, как бы барда сейчас нету смысла тогда. Да, вот это куем. Да. Остальные штуки тоже нету смысла ковать. Кувать. Кивать, не знаю, что делать. Ой, окей.
шаре, я такой с надеждой, знаешь, типа в шар захожу, а вдруг Мэри дадут. Ладно, ну что, теперь пошли на склад. Пошли на склад, подожди. Ну да. Так, пошли на склад. Специальное предложение. А, на склад, все, идем на склад. Ваши подарки. Начинаем открывать. Ой, короче, давайте пока отдохну, нервы приведу в порядок. Слушай, мне кажется, да, и с оленем мне на самом деле не сильно повезло, потому что я рассчитывал получить очень много камней. Камней для... для прокачки прорыва. Но я думаю, что вряд ли я столько получу. То есть, мне кажется, брательнику моему во вчерашнем видосе, или когда это видео выходило, повезло больше, чем мне. Ну давай уже, елки-палки. 10 осколков. Где ж мне эти 10 осколков-то найти, а? Где ж мне эти 10 осколков найти, сука? Сука. Да, по-другому. По-другому вообще никак не объяснить. Да, что-то я, короче, злой. Что-то я злой. Злой, что-то я совсем злой. Злость во мне кипит, сука, рандом. Гребаный рандом. Слушай, ну и почти, слушай, 90 осколков лисы. Почти. Ну как почти? То есть... Ну, слушай, а докупать ее фиг его знает каким образом. Только осколками по-другому никак. Ну, в следующий раз как-нибудь. Вот. Ну, злой. Что-то я совсем злой, ребят. Что-то я чувствую, блядь. Я чувствую, знаете, как меня как лоха развели. Нет, я себя чувствую проституткой, которую сняли. Вот, а потом не заплатили. Вот мои ощущения. Не спрашивайте, откуда я знаю эти ощущения. Но они у меня таковы. Так, ну, понятно. Так, оп. Ну, здесь как бы, ну, синие камни, камушки для прокачки таланта, можно будет там допом попрокачивать таланты, чтобы силу увеличить. Так, здесь мы получаем, здесь что, каменная кожа. Таинственный мешок рун, это не трогаем. Ну, сундук гильдии можем потрогать. А хотя, давай все трогаем. Хотя у меня места на складе на максимуме. Ну ладно, давай. Приколимся. Ты-ты-ты-тын. Так, это тоже открываем. Воу. Сундук гильдии. Воу. Не знаю, зачем как бы. Воу. 300 кулаков. Что тут, елки-палки, воодушевление сколько? Тут 125 сундуков. А, ну здесь кулаки можно типа нафармить. Это сколько у меня, где-то 300 тысяч кулаков. Камушки для прокачки судьбы пригодятся. Но вроде и с ними сейчас в последнее время проблем нет, потому что как бы судьба уже всех там перекачана. Нужны более последние камни. Окей, тут что? Давай, открываем. Окей. Ну, здесь уже хотя бы книги падают, которые мне нужны. Что-то как-то падает. У меня там что-то 120 книг было. Так, окей. Ну чё, ловись эти желтенькие камушки. 150, ну вроде падают. Вроде что-то падают. Пару тысяч нафармим, наверное. А может и больше? А может и больше? А может быть и нет? Слушай, ну по крайней мере вот с книгами, я думаю, проблем не будет. Ну не должно быть. Посмотрите, сколько книг падает. Потом посмотрим, сколько их. Не знаю, может даже около 10 тысяч будет.
Короче, ну, силу я свою подниму. Ну, не 900 тысяч, конечно, наверное, качну, но, тем не менее, будет все, надеюсь, круто. А, так. Ну. Все. Давай отсюда побольше камней, пожалуйста. И скинов на здание. Хотя, может, эти скины на здание уже прокачаны на максимум. Я даже и не знаю. Скорее всего, наверное, прокачаны на максимум. Окей. Дальше. Ну, открываем. Тут это просто тупо 12 тысяч красных камней. Ну, здесь 6 тысяч. Вот могло бы еще разочек 6 тысяч упасть в этой акции оленя. Или в акции для оленя. Я не знаю, как это, конечно. Вот. Но там не сильно мне повезло. Но здесь скиталец. О, мешок эмблем 10. Ну, хоть что-то меня, надеюсь, порадует. Ремки, воодушевление, священный огонь. Пойдет, пойдет. Выживание пойдет. Еще одна ремка, еще два воодушевления. Слушай, у меня топовое воодушевление. Порочный пакт, 10-й даже. Вроде как бы окей. Ну, здесь что? А, ну, мы сейчас заберем нового героя. Скелетова. Походу соберем его. У меня 138 осколков. Ну, скин на него точно соберем. Да, мы собрали. У нас, по сути, появился новый герой. Так, ну и мешки питомцев. Мне сейчас интересно, сколько у меня будет ресурсов. Короче, я надеялся на Мэри, а получил этого хладного чупакабру. И как бы, ну, тупое, они продают, короче, эту фигню, ребята. Они продают эту фигню, да, типа с хладным принцем эти мешки, а толку, если вы это все дело раздаете в новой локации, с которой я уже за несколько дней 138 осколков накопил. То есть, где логика? Непонятно, реально непонятно. Разработчики, знаете, такое чувство, как будто там рак, щука и лебедь занимается разработкой этой игры. Потому что по-другому это никаким образом не объяснить. Так, руны, герои, это все понятно. Так, до 10 тысяч мы не дошли. Зато вот этого говна 10 тысяч. И что с ним делать, фиг его знает. Вот придумали бы разработчики, куда это дело тратить. Дальше. Дальше. 100 тысяч кулаков. Ну, 160 тысяч кулаков. Это, ладно, склад потом почищу. Ну. Так, здесь неплохо. Тут как бы так. Монетки, события, фигня. Так, тут что? Слушай, руна таланта 10 уровня. Надо будет заняться прокачкой. Ну. Могло бы быть и лучше, если бы мне повезло в акции оленей. В акции оленей, если бы я там еще 6 тысяч, да, получил бы там плюсиком пару раз, было бы вообще по 30 тысяч. Но я, по сути, доволен. Я, по сути, доволен, потому что, смотри, 22 тысячи этих, 18 тысяч этих и 10 тысяч книг. Напишите в комментариях, сколько я смогу силы прокачать. Плюс посмотрите карты созвездия. Я это дело тоже могу паролить. У меня появился, кстати, новый питомец. Это тоже неплохо. Слушай, ну, интересно, девки пляшут. Меняем. У нас хладный призрак. И так, ледяной лич тоже. Мы сразу забрали скин на хладного призрака. И что мы делаем? Проверим скины зданий. Проверим скины зданий. Может, вот со старту возьмем и качнем силу. А герой. Руны, ваши подарки. Так. Надо скины героев тоже проверить, перейти. Так, здесь все максимум, 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 максимум. Да, то есть то, что мы скины получили, как бы они уже, по сути, все на максимуме были прокачаны, да. 10 осколков не хватает на Мэри. Так, 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 магазинное безумие, ребята, магазинное безумие. Там есть шанс получить. Получить. Фух, я успел.
Осталось 50 секунд. Дело в том, что у меня есть шанс получить 20 осколков Мэрия. Как вы знаете, мне не хватило 10. Если сейчас получится, сейчас, извини, 5 утра, мать вашу. 5 утра, ёб твою. Вот, и как бы должно получиться. Должно, ребятушки, получиться. Так, 25 секунд остается. 25 секунд. Неужели таких дебилов, как я, целая куча? Просто дайте мне забрать 20 осколков Мэри. Мне остальное будет уже плевать реально. 20 осколков Мэри, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Я не хочу мучиться дальше. Пожалуйста, дайте мне 20 осколков Мэри. Так, Мэри, Мэри, Мэри. Мэри, подтвердить. Да! Давай тогда еще, знаешь, что, сразу скин. Давай, 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 давай. Да. Но это же Мэри, да? Скин. Не знаю, давай на всякий случай Барда, но у меня вроде он был. Да, отлично. О, смотри, Мэри уже разобрали, да? Это что у нас? Мешок с эмблемой 9 уровня. Давай тоже возьмем. Так, у нас еще 5. А, нихера! Они уже, короче, все распродали. Что у нас осталось? Распродано, Слушайте, я успел. Я успел. Я думал, может, все сейчас спят, короче. А тогда что мне, короче? Давай тогда скин берем. Давай. Блин, ребят, все. Сегодня у нас все прошло успешно. Потому что Гладиолус. Потому что Гладиолус. Блин, надо было этих все-таки желтых камней побольше брать. Вот. Надо же допом восьмерки прокачивать. Фух. 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 Фу. А, у меня есть, значит, облика Барда не было, да? Фу, энциклопедия героев. Фу. Это прям жестко. Это прям жестко. Да, детка. Да, деточка. Пишите в комментариях, что думаете. Мне трудно объективно. Мне трудно объективно это все оценивать. Ну, серьезно. Ну, серьезно, трудно объективно это все оценивать. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Всех целую в щечку. Кто поставил лайк, оформил спонсорскую подписку. Может быть, вдруг кто-то из вас взял, оформил. Вот, вступил в нашу секту. Кто поддержал. Вот, огромнейшее спасибо. Огромнейшее спасибо. Всех целую. Всем, ребят, пока. И спасибо, кто до конца досмотрел 36-минутное видео. Чаушки.